Как объясняется пропажа этого метрокопа? Почему он пропал? И почему там какой-то чел левитирует? Блин, стул пропал. Мне кажется, пропал не стул. Видно, как началась запись. К чему эта надпись «Нижний текст»? Видно, что Санс бежит к месту игрока, а не к месту смерти Снапы. Что он там фоткал? Пол, что ли? Камера направлена в пол. К чему эти звуки? Опять нижний текст. Для чего с нам свернулся в этот подвал? Что он там ожидал увидеть? Ну хоть какое-то разнообразие. Как ожил Снапа? Почему у него куртка голубая? И почему у него очки белые? Эта музыка не может начаться или опять какие-то бессмысленные звуки? Зачем оператор начал менять раскладку? Какой смысл несет эта сцена? Почему оператор Снапа упал с многоэтажки со звуками какого-то робота?